Массовых искусств. Его история по сравнению с тысячелетней историей музыки, живописи или театра коротка. Вместе с тем, миллионы зрителей каждый день заполняют залы кинотеатров, и еще больше людей смотрят кинофильмы по телевидению. Кино оказывает огромное воздействие на сердца и умы людей, заставляя их удивляться и восхищаться, смеяться и рыдать. Кино освещает и обогащает жизнь человека. Кинематограф стал еще и историей, показывающей жизненный опыт людей. Можно смело сказать, что кино – это не только искусство. Кино – это зеркало эпохи. На 2016 год приходится ряд значимых событий в истории российского кино. 120 лет со дня первого кинопоказа в России и 80 лет киностудии «Союзмультфильм». Указом президента Российской Федерации от 7 октября 2015 года объявлен годом российского кино. Тема очередного года в России, как следует из того же указа, была выбрана в целях привлечения внимания общества к российскому кинематографу. В рамках проведения года кино особое внимание предполагается уделить развитию системы кинопоказов в регионах Российской Федерации и прежде всего в малых городах с населением менее 100 тысяч человек. И сегодня мы рады приветствовать в уютном, обновленном зале городского кинотеатра ветеранов киносети нашего района, всех тружеников киноцеха, наших дорогих гостей, среди которых председатель Костромской областной думы Алексей Алексеевич Анохин. Депутат Костромской областной думы 6-го созыва Алексей Борисович Баранов. Заместитель директора Департамента культуры Костромской области Леонора Эльвировна Аметова. Заместитель директора областного дома народного творчества Марина Александровна Назина. А также гости из Солигалического, Парфеньевского, Андроповского, Галичевского муниципальных районов. Нам всем кутерьма не дает передышки, но вечером вспыхнет волшебный экран, прогонит дела, надоевшие слишком. Шагнуть в мир кино наступает пора. И свяжет невидимой нитью одною людей разных стран, континентов. Искусству навстречу сердца приоткроет своим волшебством кинолента. Всех тех, кто с трудом создает это чудо, кому по призванию счастье дано жить этим искусством везде и повсюду. Поздравим сегодня с годом кино! Слово для приветствия предоставляется главе Чухомского муниципального района Владимиру Валентиновичу Бахвалову. Уважаемые земляки, дорогие друзья, разрешите вас поприветствовать сейчас на данном мероприятии. Действительно, в 1896 году был продемонстрирован первый фильм. Он был короткий, соответственно, без озвучки. Это было в Париже. Но Россия недалеко ушла с
сразу же пошло развитие кинематографа в Российской империи, потом в Советской России, дальше продолжать, само собой, в сегодняшнее время. Нехитрый арифметический подсчет говорит о том, что 120 лет кино. Конечно, все это шло, развивалось от немого. Потом, где-то в 1910 году, это все разделилось по жанрам. Уже выделились отдельные направления. Свой отпечаток наложила на все это дело идеология. Это, естественно, безусловно. Но, что интересно, год кино в Костромской области. Чухомский район тоже в этом принимал самое активное участие. Все наверняка читали статью в газете «Вперед» о ветеранах, о тех, кто стоял у истоков развития киноиндустрии, киноотрасли в нашем районе. Разрешите пожелать всем этим людям и всем также присутствующим всего самого доброго. Я надеюсь, что дальнейшее развитие будет. У нас, конечно, данный зал не 3D, не IMAX 3D, но ничего, мы все помним, как сюда приезжали артисты, как мы все, люди взрослого поколения, покупали абонементы, дети с родителями. Все хорошо, все нормально. И приятно, что в нашем районе не заглох кинотеатр, он не переоборудован в какую-то торговую точку. Я думаю, у нас действительно будет развитие в данном направлении. Спасибо всем еще раз, кто был, кто есть, и всем присутствующим всего самого доброго. Спасибо.
что есть только мир, за него и держись. Есть только мир между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.